Гот Ньюсанов – один из крупнейших горско-еврейских бизнесменов и филантроп. Он совладелец популярных столичных торгово-развлекательных центров и гостиниц. В прошлом году вместе со своим партнером Зарахом Элиевым он занял первую строчку в рейтинге 30 главных рантье России. Также Гот Семенович на 31-м месте в списке Forbes 2014 года. Стоит заметить, что на днях он стал новым членом бюро Президиума Российского еврейского конгресса, а также был выдвинут на пост вице-президента Всемирного еврейского конгресса.